понедельник в Самарской области пасмурно и снег. Плюс 1, плюс 3 градуса днем, ночью минус 1, плюс 1. Ветер усилится, южный. Юго-западный 6-8, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, мокрый снег. В дневное время плюс 2, ночью 0 градусов. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно с прояснениями, снег. В дневное время плюс 1 и ночью 1 выше 0. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снежок. Днем плюс 1, ночью 0 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.